В этот день они по традиции встречаются, чтобы вспомнить боевых товарищей и наверняка свою молодость. 35 лет прошло со дня вывода советских войск из Афганистана, но боль не утихает и вопросов не становится меньше. На митинг в день памяти воинов-интернационалистов в Слуцке собрались бывшие военнослужащие, представители предприятий района общественных организаций. Сильнее смерти, подвиг смелых. Их не померкнут имена, они себя не пожалели. Отдать за Родину сполна. Уважаемые воины-интернационалисты, дорогие случайные, 15 февраля 1989 года незабываемая дата для участников боевых действий для всего нашего народа. В этот день последние колонны военной техники, солдат и офицеров советской армии покинули территорию Афганистана и вернулись домой. 35 лет прошло. Но события этой войны еще будут долго волновать и ученых-историков, и гражданское общество, и военных. А те, кто был участником, кто потерял на далекой земле своих близких, мужей, детей, будут помнить об этом всегда. С 1979 по 1989 годы в ограниченный контингент людей долга и чести входило более 30 тысяч белорусов. Около 800 воинов не вернулись домой. Среди них 10 наших земляков. За проявленное в афганской войне мужество и доблесть 41 воин-интернационалист Слуцкого района награжден орденом Красной Звезды. 40 медалей за боевые заслуги. Более 20 медалей за отвагу. Мы помним и скорбим о сыновьях нашей земли, которые ценой собственной жизни подтвердили верность воинскому долгу и склоняем головы перед их родителями, вдовами и детьми. Уважаемые воины-интернационалисты, вы – опора государственности. Наша страна сегодня нуждается в таких людях, которые умеют преодолевать трудности, решать самые сложные задачи. От имени Слуцкого районного исполнительного комитета, районного совета депутата, желаю всем, кто прошел Афганистан, всем, кто прошел через испытания Афганистана, всем, дорогие случайные, мирного неба над головой, здоровья и благополучия. Бывшим военнослужащим вручили юбилейные медали. Минутой молчания почтили память погибших. К памятному знаку воинам-интернационалистам возложили цветы. Сегодня память о подвигах воинов-интернационалистов – это дань уважения воинам, проявившим мужество, отвагу и пример безукоризненного служения Отечеству. Уважаемые ветераны, мы благодарны вам за вашу стойкость и несломленный дух. Ваш жизненный путь является примером настоящего патриотизма, ответственности и исполнения гражданского долга. Мы, будущие защитники Отечества, обещаем быть достойной сменой и продолжать традиции старшего поколения. Thank you.